We're in center Donetsk, and today is Independence Day for the Donetsk People's Republic. Today marks the 5-year anniversary that the people of Donetsk declared Donetsk People's Republic, and what led to the referendum of the Donetsk People's Republic breaking away from Ukraine, voting to break away from Ukraine. And all this started here at this administration building. And today there's a very large meeting here. As you can see, thousands of people are meeting today. And as we continue to get closer, we're going to be talking about more of what the people of Donetsk feel about today, what they feel about their republic, their young republic. The head of the Donetsk People's Republic, Denis Pushlin, is going to be speaking today. There's going to be down the main field here and onto the main street, Artyamen Street of Donetsk. And this is the first major event for the 5-year anniversary of the Donetsk People's Republic. There are many more to come through the spring and summer, and this is going to be a very good day of celebration here in the Donetsk People's Republic. В светлом небе донецком голубиную стаю догоняет степной ветерок. Пусть им вслед улетает эта песня простая, песня трудных шахтерских дорог. Добрый день, уважаемые жители Донецкой Народной Республики! Ровно 5 лет назад состоялось знаменательное событие, положившее начало, да, непростому, но очень важному пути в жизни нашей Родины. Ровно 5 лет назад мы с вами взяли на себя ответственность за будущее нашей земли, наших детей, наших потомков. И этот день, он является знаковым для каждого, без исключения, жителя республики. Ведь именно 7 апреля 2014 года был создан Народный совет ДНР и принята декларация о государственном суверенитете. Для приветственного слова на сцену приглашается глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин. Дорогие друзья, дорогие соратники, вот прошло уже 5 лет, как провозглашена Донецкая Народная Республика. 5 лет – это много и мало. За это время выросли дети в республике, ровесники, им уже по 5 лет, и это уже сложившаяся личность. Сколько было событий у нашего государства, трудно даже представить. Много было как хорошего, но были и очень сложные, и печальные этапы Донецкой Народной Республики. Но сегодня мы собрались, чтобы вспомнить, что вот именно в такой же день, один из дней, когда мы пришли в очередной раз на митинг, мы поняли, что уже по-другому поступить не можем. Пришли именно к этому зданию, заняли это здание, и вступая, заходя в это здание, каждая из наших единомышленников понимал, пути назад уже нет. Донецкая Народная Республика существует. Мы с вами есть. У нас с вами ничего не поменялось. То, что мы провозглашали, стоя на митингах и стоя именно здесь, на этом месте, мы к этому продолжаем идти. Нам нужна большая Россия. Нам нужно возвращение на родину. Очень часто на митингах тогда звучало Крым, Донбасс, Россия, референдум.
наш путь дольше, но мы идем. У нас все с вами получится. С праздником, дорогие друзья! Всегда кривую подавай, круто хлеб замешанный по соли.